Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Рада вновь встретиться с вами. Мы сегодня погуляем по японскому великолепному саду в парке Галицкого в городе Краснодар. Мы сейчас с вами прошли через главные ворота архитектурного комплекса японского сада, которые называются Карамон. Исторически они предназначались для торжественного входа высокопоставленных чинов в замок императора. Ворота Карамон выполнены в архитектурном стиле карахафу, который подразумевает нанесение декоративной резьбы на их фасадную волнообразную часть. А ворота, служащие выходом из сада, выполнены в стиле сукиядзукури. Он свободен от строгой архитектурной формальности. По этой причине важно, чтобы ворота излучали тонкое чувство и гармонировали с окружающей средой. Древесина для сооружения в стиле сукиядзукури полируется на поверхности, но основная текстура дерева остается неизменной. В мае в Краснодаре очень тепло и даже жарко. И с приходом тепла в японском саду расцвело очень много различных растений. Необычные гейхеры, деревья боярышника, настоящий шалфей, глициния, рододендроны и множество различных цветов. Буйство красок. Ну что ж, друзья, давайте смотреть и наслаждаться всем этим великолепием и любоваться всей этой красотой.
Прекрасное время года, и сейчас природа просто ликует, все цветет. Флора и фауна невероятная, в этом саду всем комфортно и уютно, и растениям, и животным, и, конечно же, человеку, который созерцает все это великолепие.
Ну что ж, друзья, вот такая замечательная прогулка у нас получилась по великолепному японскому саду парка Галицкого в Краснодаре. Буйство весенних красок, разных оттенков свежей молодой зелени, ярких рододендронов, гвоздики, боярышника, шалфея, глицинии, сочетание камня, дерева, шума воды – все соответствует философии японского сада. Японский сад – это храм на открытом воздухе, место для медитации и умиротворения, место дзена. И действительно, в этом прекрасном саду каждый найдет себе место для уединения и для созерцания. Ну что ж, друзья, на сегодня все, но я с вами не прощаюсь, а как всегда говорю лишь до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. До новых встреч.